Всем привет, мои дорогие друзья! Вы на канале Чинаные. Очередная посылочка ко мне доехала. И в ней находится штативчик. А штативчик у нас непростой. Золотой, что ли? Нет, конечно, не золотой. Он гибкий. Как то гибкий? Да что я вам рассказываю? Сейчас все сами увидите. Тара-та-там. Тара-та-там. Чё за фигня? Мой нож не взял эту упаковку. Он острый. Какая-то бронебойная упаковка. Что ж, я все беру черное. Очень плохо видно. В общем, вот такой штативчик. На него крепится камера. Ну или телефон. То есть держатель для телефона есть. Для чего угодно. И ножки у него гнутся. Точно гнутся, не ломаются. И они очень жестко гнутся. И можно за что-нибудь закрепить, зацепить. Вот, например, у меня есть камера SG-CAM SG4000. И с ней в комплекте идет просто присос. Ой, вру, с ней не идет в комплекте эта присосочка, я ее отдельно заказывал. В общем, есть присосочка, есть вот такие подставочки на скотче, есть застежечки. Но все равно это не решает проблемы крепления к каким перилам, там, не знаю, ну, каким-то таким вещам. То есть нужна ровная поверхность. Для присоски поверхность вообще идеальная нужна. Ну, ровная. Для этой тоже ровная поверхность нужна. И как-то криво-косо камеру очень тяжело зацеплять. Это серьезная проблема. Например, там я еду на природу, невозможно вот камеру поставить, не за что закрепить. А при помощи вот такого гибкого можно за любую веточку там обнять, и все, и будет висеть. Так, пойду сбегаю за зеркалкой. О, монстр! Nikon D40. Чё, как думаете, выдержит? Такой штативчик, такой фотоаппарат. Блин, он килограмм весит. Крутим, крутим, крутим. А, угарно, тут еще поворотный механизм. Ну, блин, печалька, он пластиковый. Ага, склоняет голову. Но склоняет он голову из-за вот этого пластикового зажима. Вот видите, вот здесь вот пластиковая хрень, вот которая крутится. И она не зажимается. Фу, даже не знаю, давайте я его покручу посильнее. Может, зажмет все-таки. Ведь! Ну да, зажало. Ну, потуже стало. А, склонил голову. Да, Nikon ему не под силу. Килограммового Nikon он не удержит. Но зато отлично справится вот с такой вот маленькой камерой экшен. Да, супер вообще. Идеально. Я очень доволен этим заказом. Это решит мою очень старую проблему, как закреплять экшн-камеру, чтобы она что-нибудь снимала. Потому что обычно нет ровных поверхностей, а тратить скотч, тоже нужна там поверхность, повороты. А так это решает, она просто зажимает, обнимает и готово. Ссылочку на него я внизу оставлю под видео в описании. А с вами был канал Чинаные. Всем пока и до скорых встреч!